В муниципалитете продолжается планомерное улучшение дорожной инфраструктуры. На днях на нескольких дорогах регионального значения закончили установку более 5 километров новых металлических барьерных ограждений. Эти элементы, значительно повышающие безопасность, появились на дорогах вблизи поселка Развилка, деревни Картино и недалеко от горок Ленинских на Зеленом шоссе. На Зеленом шоссе у нас частенько случались дорожно-транспортные происшествия с участием грузовиков, поэтому было принято решение, чтобы установить это металлическое барьерное ограждение. В Развилке установлено данное металлическое барьерное ограждение для предотвращения выхода пешеходов на дорогу и ограничения на опасных поворотах. Также в Коробу установили. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в Московской области обустроили 34 километра металлических барьерных ограждений более чем на 100 дорогах.